я хочу поздравить всех жителей нашего города, которые имеют отношение к строительству, как профессионалов-строителей, так и тех, которые занимаются строительством или ремонтами у себя в быту, в жизни. С Днем строителя! От имени мэра нашего города Юрия Григорьевича Вилкула, от имени всего депутатского корпуса городского совета, его исполкома, День строителей – это профессиональный праздник тех людей, которые посвятили себя созиданию. К сожалению, сейчас в стране такие непростые времена, как политические, так и экономические. И это не могло не отразиться на городе. Вот. И наши строители не могли в полной мере показать свои способности, проявить себя из-за нехватки средств. Но хочу сказать, что в этом году у нас в городе делается очень много строек и ремонтов. В основном, вы видите, работы ведутся по дорогам, освещение улиц, ремонты мостов. Знаете, я верю в то, что все-таки ситуация в Украине улучшится, улучшится ситуация и в нашем городе, и наши строители будут загружены работой полностью. Это хорошо, когда люди строят, когда люди созидают, это значит, что есть прогресс. Хочется пожелать всем мира и каждому в отдельности благополучия и стабильности.